С вами снова на связи семья Середковых, и у нас для вас есть идея новых ваших ярких, крутых выходных. В прошлые выходные мы посетили Вакутин камень, или, как называют его местные, Серый камень. Он находится в 150 километрах по трассе Пермь-Екатеринбург. В 7 утра автобус Пермь-Челябинск довезет вас до остановки курорта Ключи. И уже от этой остановки, примерно 7 километров, мы шли пешком до Вакутиного камня. Это если вы не имеете машину. Да. Через деревни Одинцово и Брехово. В конце деревни Одинцово вас будет ждать указатель с поворотом налево на Вакутин камень. Вы оттуда примерно 1,5 километра идете по полю, и в конце этого поля будет лес. Через этот лес будет крутой подъем, примерно 150-200 метров, и перед вами открывается потрясающий вид на реку Иргина. В этом месте река делает разворот на 180 градусов, образуя петлю. И когда вы находитесь там наверху, вы будто смотрите на это с высоты птичьего полета. Да, вид действительно он невероятный. Плюс природа, птицы, солнце. Это действительно стоит того, чтобы приехать. А если, например, на машине, то вам нужно доехать прямо до леса. Весь тот же путь, только не пешком, а прямо до леса. И там пройти буквально 100-150 метров, чтобы это увидеть. 150-200 метров. Ну, неважно, да. И чуть правее по тропке, если вы пройдете, там буквально, ну, сколько метров? 50? Где-то около. Да, вы дойдете до самого Вакутина камня и посмотрите на всю эту красоту с другого ракурса. Насладитесь этим замечательным видом. Дорога обратно, в принципе, такая же. Также возвращайтесь по полю. Если вы пешком, то пешком через две деревни до остановки курорта Ключи, и там на автобусе также до Перми. У нас этот путь занял 12 часов от Перми до Перми. И по километрам примерно 18, да, километров? Ну, около 18 километров, плюс мы еще немного прогулялись. Деревенская атмосфера, она такая какая-то родная. Сразу вспоминается детство, когда отдыхали там у бабушки, козы, коровы, петухи, кошки. Всем хороших активных выходных. Не сидите дома, открывайте для себя новые места нашего потрясающего края. Ярких впечатлений. До встречи.